2 плюс 2, 4. Какой 5? Да, я получила двойку в школе, и я ухожу. Лера, стой, ты что, из-за двойки из дома уходишь? Да, я ухожу, только в комнату уроки делать. А ты что подумала? Кто успеет за 3 секунды поставить лайк и подписаться, у того весь год будут исполняться желания. Считаю 3, 2, 1. Мур, люблю тебя. Всем привет, я с вами Лера, и со мной, как обычно, Балди. Привет! И сегодня мы наконец-то посмотрим финал «Глупого парня». Глупый парень сотый раз не справился с контролем. Опять двойку получил, конечно. На него. Пошел вон ты негодный. Батя дома как узнал о вычислении сына, тут же выхватил ремень. Наказывайте двойку, ничего себе! Бабочка, не надо! Вот и раз, не надо, папа! Я дам на твои бока, на еще получай. Блин. Папа, хватит, прекращай. Ты позоришь семью, с тобой жить я не хочу. Зачем ты его выкидываешь? Из-за двойки? Мусорник! Оказался глупый парень без еды и крова. Денег не было в кармане. Пошел вон, пройдоха. К ночи стало холодно, парень задубел. Да. Бродяг костер убил. Бомжам пошел. Рядышком присел. Ты че, берега? Ой, блин. Ах ты наглая шпана, нафига пришел сюда? Нету дома у меня, я хотел погреться. Потеряйся-ка отсюда. Убежал. Вообще прибьем. Парень спрятался в коробке, там всю ночь он и провел. Вау, как он поместился? Сразу жить на улице. Парень стал питаться на помойке. Я работу отыщу, не буду спать в коробке. Усатый дядя взял его в кафешку поработать. Поручил посуду, парень включил воду. Блин, он что, никогда посуду не мыл? Наверное, никогда. И ты, дебил, всю посуду перебил. Всех клиентов распугал. Мне весь бизнес обломал. Чем потом устроил? Не возмести, будешь улицу мести. А потом проваливай, мети, мети. Иди внимательней! Глупый парень кинул босса, бросил отработку. Психанул, вообще. Разбил, оборвал проводку. Понял, что работа честно, это не его судьба. Он танцует, да. Ворам вломился. Пошел, короче, бандиты. Будем грабить бак. Ура! Руки вверх, чужой. Серый бакси мне гони. Давай быстро доставай. Только нас не убивай. Всем бежать, бандитов. Полиция приехала. Будешь знать, как воровать. 100 лет воли не видать. 100 лет? Он достал. Мне нравится, как они ходят. Стальной решеткой. Стал шнырем авторитета, ноги чистил щеткой. Да. Долгое унижение, парень наш терпел. Возьми за точку, отомсти, закончи беспредел. О. С меня хватит. Мне надо мстить самому главному. Авторитет не вечен. Два за точка под ребро. Эй, пацанчик, ты чего? Я теперь авторитет. А-а-а. Я решаю, а вы нет. Все теперь мои шестерки. Эй, художник, бей на полки. Бей на колки! Ого. Глупый парень на тюрьме стал авторитетом. Есть на колках, вообще. Блатовал вместе с другом дедом. Но по воле заскучал он и решился на побег. Стальные прутья отпилил. Я свободный человек! Ага. Не совсем не так быстро! Всем поставь у нас беглец! Сейчас придет ему конец. Не догоните меня, ой, как больно, бабочка! Ты для общества изгой, отправляйся в мир иной. За твои все косяки, заряд только получи. Казнь? Электрический стук? Ого. Свет в конце тоннеля. Час для страшного суда. Помогите, где я? Ну и биография, сплошь одни грехи. В рай ворота не открою, в ад паршивец изведи. Нет, его хватит отправлять! Да. Новый грешник черти. Принимай, котел жарче нагревай. Тут какая-то ошибка, отпустите меня в рай. Ошибка. Они так говорят, в котле вариться не хотят. Будешь знать, как решить, поздно помощи просить. Вот это да. Глупый парень в царстве Люцифера натерпелся. Черти жарили его, посыпали перцем. Стойте, он мне нравится. Сказала та черта. Красотка. Будешь ее мужем. Ну конечно да. Совет да любовь. У него нет выхода. Чертиха нелегко готовить и стирать белье. Как чертиха родила. Горя хапнул я сполна. Чтобы деток прокормить, надо грешников варить. И зачем я согласился на чертихе поженился. А я откуда? Чтобы выжить, ну да. Надрывая сердце, вдруг увидел за котлом потайную дверцу. Неужели это шанс выбраться отсюда? Стой, паршивец, ты куда? Закалю пуску. Потайная дверца на свободу. Он что, вернулся? Раз пошла земля в могиле. Я самый счастливый в мире. Он вернулся.
боюсь я больше вас. Черти, поцелуйте в зад. Буду людям помогать, бомжей кормить и согревать. Ой, класс. Он стал добрым. Ура, конфетку дали. Он стал хорошим. Глупый парень не ленился, отмывал свои грехи. Поднимись теперь простой, помогай любой ценой. Загорелся рядом дом, а на крыше бедный кот. Я пушистого спасу, никто сегодня не умрет. А пожарники зачем? Они хотели зайти, им не дали. Парень чуть не задохнулся, но ногой дверь выбить смог. Мяу, спасибо, раз на консту, я волшебник от Мурлайн. Три желания, исполни все, что хочешь, загадай. Три желания! Вау. Глупый парень думал, что же мне, блин, загадать? Поразмысли хорошенько, я готов хоть вечно ждать. Точно знаю, я желаю новенький прикид. Да уж, ладно, получаем, но потом чур без обид. Ну да, Кринжакина! Точно, вот же я дурак, спустил желание просто так. Котик, я прошу тебя, чтоб еды была гора. Будут всем ее давать, никто не будет голодать. Молодец, не оплошал, людей проблему порешал. Последнее. Интересно, какое же будет последнее желание? Я бы тоже себе хотела такого кота. Где они водятся? На крыше горящих домов. В него въехал черный джип, бандит формирования. Разорились магазины от твоих раздач еды. Мы остались без доходов, ты за это получи. Я не хотел. Будьте ловиком по шее, на косте там получи. Парень отхватил по полной, его били до ночи. Бандюки кота забрали, ввысь поднялся вертолет. Остров тут необитаемый, пусть он с голоду помрет. Продолжаются его приключения. Блин, а почему с ним так? Что он вообще мстит? Мне кажется, это из слова пацана бандиты. Будто парень при падении чудом не разбился. Быстро понял, что в опасном месте очутился. Ой, как сбежал от тигра, покусал ползучий гад. Вдруг напали обезьяны и загнали в водопад. Я не умею плавать. Парня понесла река, закрытые берега. Нахлебался он воды. Господи, мне помоги! Часть лета проходила, дочка местного вождя палкой ловко подцепила, парню жизнь она спасла. Вот ты! Оказался глупый парень в хижине уютной. Залечила твои раны нашей мази чудной. Ты чего творишь, малая? Нам не нужен здесь чужак. Я хочу остаться с ней. Докажи, что не слабак. Я сделаю это. Парень ради тянки победил бойцов вождя. Спахал поле 100 гектар, отразил атаку льва. С помощью сигнальной палки от движения руки он разжег костер индейский и пожарил шашлыки. Ладно, парень, оставайся, мою дочку береги. Ты же грамоте обучен, наше племя научи. Это Моана! Да, глупый парень в племени стал авторитетом. Жил с красавицей женой, учил детей предметам. Сколько будет 2 плюс 2? Ну, конечно, будет. К острову приплыл корабль. Вау. Будут нас атаковать. Мы пришли с мира. Не думаю. Наша миссия проста. Изучаем острова. Вот наш грамоте учитель. Все неверно, чепуха. Обозлились все на парня. Я же верила тебе. Парень наутек пустился и сбежал на корабле. Приближается шторм. Оказался глупый парень в самом центре урагана. Опрокинулся корабль, скрылся в водах океана. Вдруг на парня устремился здоровенный синий кит. От такой огромной пасти ничего не защитит. Да хватит уже! Бедный парень! Внутри желудка он повстречал школьного директора. Меня с дочкой тоже съели вместе с частью корабля. С помощью досок и палок парень смог разжечь костер. Внутри кита! Дыма подавился, пленников освободил. Местных рыбаков корабль их на землю возвратил. За спасение директор косяки ему простил. И с хорошей отметкой парень батю навестил. Я все исправил. Батя был очень доволен. Тебе выгнал сгоряча. Теперь все будет по-новому. Да он закончилось. Столько пропал на острове раз. Целая жизнь прошла. Только не папа его ждал. А папа его так и не успел. Он был в острове. Он был уже даже... Хотим! Хотим продолжение! Мы очень хотим продолжение. Можно? Спасибо и пожалуйста. Что произошло, интересно? Футбол смотри! О, класс. Это... Так у меня зеленый, я тоже себе такой хочу. Купи. Короче, пожалуйста. К соседям залетел мяч, сейчас будут их думать, что они хотят что-то украсть. Ой, блин. Это грабители? Нет!
О, это, короче, хозяева дома. Мне кажется, хозяева дома подумали, то, что они что-то хотели украсть у них. Ну да. Блин. Это Габарова. Друг! А кто твой друг бросил? Тоже мне. Как ты мог? Слово пацана. Вообще, друг еще называют. О, слово девчонки. Беги! Ее хотят украсть. Да. Оу. Парень мимо проезжал и на всякий случай сбил. Друзья или семья? Друзья или семья, он выбирает друзей. Нет, семью. А семья с блинчиками и с тортиком. А можно взять у семьи тортик, а потом к друзьям пойти вместе покушать. Ага. А у меня, говорит, здесь велосипед и нерф. Хочешь пострелять? Класс, класс. А у нас школа. Ну пойди к семье, к друзьям. Семья, ты... лайк, коммент, друзья. Не, ребят, сори, я с вами. Ребят, не поставьте лайк. Семьей. Семьей остался, он тоже лайк выбрал. Так вот, банан с бабочкой. Сейчас опять машина собью. Нет! Хаги. О, нет, быстро помогайте, подписывайтесь. Быстрее! Скорей, 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 скорей. Спасли кота. Может, эту бабочку нафиг? Это, короче... Достает, короче. Спикер Титан. Он вырос. Какой прекрасный агент. Спикер Титана Мэн. Вау! Что это такое? Бедные радужные друзья. Его в корло прям. Спасай оранжевого. Быстрее, а то он задавится. Что это было? Сейчас синий блу всех задавит, он толстый. Он уж продавил пол. Глупого парня били. Мне кажется, это не глупый парень. Может, даже умный уже. Это другой. Зеленый парень. Меня там обижают, а мне, смотри, что я сейчас, я свою руку сейчас приготовлю. Серьезно? Ого. У меня есть волшебный кулак, сейчас мы разберемся с твоими обидчиками. Его опять побили. Ты мимо прошел! Ну, я бросил в последний момент. Стой! Он мимо прошел. Как радужным друзьям выбраться из фабрики друзей? Из клетки. А он, оказывается, может ломать, а блуд толстый не пройдет. А он весь забор взял с собой? Извините. Молодец. Вот так вот. Вот так вот надо проходить. О, надо забора. На скейте научиться кататься. Вау. Там машина горит у тебя. Блу, ты его поломал. Скибини! Это грустный скибини. Его девушка бросила. Серьезно? Похоже. Ну конечно, ты бы унитаза не бросила. Лера, если бы я был унитазом, ты бы со мной дружила? Да. Серьезно? Угу. Я так тронут. Вообще. Я бы тебя не бросила, Балт. Вау. Это, короче, Джимен был? Не, это... Мистер в коробке? Это кот. Там кота обижают. Это же Йеллоу против Хаги-Ваги. Стой! На тебе. Ого. А он тоже умеет так летать? Я тоже хочу летать. С попы пропеллер? Они все поломались. Разбились. Короче. Продолжаем вечеринку. Папа заходит. Пока, вечеринку. Пока. А папа полицейский, да? Да. Кот Банан пришел в Макдональдс. Вообще. У него денька, смотри, какая большая. Вау. Ой, это гримас Шейклера. Угу. О, нет. Не пей. Спаси кота Банана. О, нет. Что же делать? Лайк, лайк, лайк. Быстрее. Ура. Хэппи бёздэй, гримас. Хэппи бёздэй. А вот он и гримас. Что? Сейчас буду петь. О, господи! Я бы сама перепугалась, если бы я села на унитазе, а мне бы пели. Ты не любишь песни в туалете? Кот Банан выиграл, смотри! Он победил у кого? У гримаса? Хочешь? Ой, он сейчас все-таки опять. Он сейчас все-таки разорвется. Спасите его! Смотри, какой я крутой. Я тоже крутой. Кот Банан прям, смотри, крутой. С цепями. Весь золотик. А я трипл крутой. А он и соревнуется, кто круче. А я еще такой крутой. А я и Мандемс. Да нафиг, все. Не крутой. Кот Банан. Реакция. Вау. Реакция на мужчину на качельке. А, это, короче, сейчас будут крутые фейлы, наверное. Хеллоу, ты там сломал там, детям качельку. Сломал
Это камерамен. Идет сбитый, такой типа крутой. Сейчас идет бить унитазом, смотри. Сейчас унитазы приедут. Точно. Блу? Скиби, да-да, нафиг. Не нужен ты мне. Пошел дальше. Скиби, да-да-да. Да пошел. Это Грин. Ты. Пока-пока. Мне его жалко. В другой куст. Кто там? Это Гримас. Фиолетовый. А это фиолетовый? Да. Вон Гримас. Хочешь Гримас шейка? Я не хочу. Попробуй. Пей. Попробуй. Все обязательно должны выпить. Может, не надо. Мне кажется, они все сдохли. Тан-тан-тан-тан. Кот банан тонул вместе в пруд. Ой, я думал, это кит, это акула. Это не та акула, убегай, которая съела. Убегай, уходи, уезжай, улетай, уплывай. Что ты плачешь? Ноги спрячь. Помогите ему быстрее. Подписка, подписка, подписка. Акула, подпишись. Ого. А что, так можно было? Да, если забрать много подписок, вылазит... Большая гигантская рука и убирает акулу. Вау, я такого ужала. Короче, кошаки с мусорки били кота бананом. Это называется слово кошака. Офигенно. Он пошел заниматься, чтобы вступить в банду кошаков. Да. Не, чтобы он им отомстил. Воу! Про. Вот это да. Да. Это TV Woman. Это TV Woman? Это TV Woman покрасивее. А это... Девочка зашла. Никого нету. Извините. Вот почему странный строгий папа на самом деле стал таким. А все началось с того, как отец проснулся от громких звуков. Я поняв, помню, что шум исходит из комнаты сына, он решил пойти проверить, что происходит. Войдя внутрь, он увидел малого, который снимал новый видос для своего ТикТока. С криками «У меня больше нет сына!» он решил срочно выпить кофе с молоком. Это очень придя вовремя. На кухню, он вообще понял, что все молоко выпил его мелкий сорванец. Разозлившись еще больше, он решил выйти в небольшой магазин, чтобы купить молока. Но как только он заговорил с продавцом, тот тут же испарился. Wow. Поняв, что контролировать себя он больше не может, он быстро решил поехать в лес к другому продавцу. И на всеобщую удачу ему все же удалось купить молока. Но к несчастью всего комьюнити Roblox, он не перестал быть странным и строгим. Он сошел с ума. Поэтому он решил испробовать кучу разных концовок, чтобы изучить. Мне кажется, он просто сошел с ума. Конечно, он сошел. Ребята, если понравилось мое видео, ставь, подписывайся на канал, жми на колокольчик, чтобы быть первым, смотреть мое новое прикольное видео. И увидишь в следующем видео. Пока!